Установка унитаза на подготовленную поверхность. Плитка у нас темная и этим осложняет чертеж карандаша, поэтому мы делаем первое. Это на месте унитаза чертим центр, где он будет стоять, и соответственно делаем монтажным скотчем, залепим всю эту плитку, на ней нарисуем и сделаем разметку. Вот непосредственно все это место, монтажный скотч у нас одним целым полотном, чтобы потом было легко убрать силикон. И, соответственно, легче было сделать разметку. Ну и вот так вот выглядит место для того, чтобы сделать хорошую разметку, которая будет видна обычным строительным карандашом. Ну и вот на месте, когда мы его установили, выставили, теперь нам нужно обвести контур. Вот, теперь его можно убрать, просверлить и сделать нашу заготовку. Делаем отверстие. Надо поменять перо, сделать отверстие. Два чудесных отверстия уже готовы. И теперь монтажным ножом аккуратно проходимся прямо по контуру, чтобы у нас середина полностью ушла. Потихоньку, не спеша, отделяем нашу середину. Такой вот шаблон у нас получился под наш унитаз. Какого вида он будет у вас, это уже другой разговор. Далее очень аккуратненько вбиваем дюпеля наши и начинаем наносить силикон. Силикон нужно наносить, ну, где-то 5 миллиметров до края вот этой вот рамки. После того, как мы его нанесем, мы подключаем унитаз и аккуратно ставим на силикон. Вот такими вот нехитрыми движениями мы выдавливаем сантехнический герметик силиконовый для ванной и туалетной комнаты специализированной. Многие берут и просто клеят на силикон, но мне нужно именно прикрутить для того, чтобы унитазом могли сразу пользоваться. В моем случае нет времени в районе 12 часов ждать, пока унитаз высохнет и приклеится. Поэтому я его попутно еще и прикручу. Если же у вас есть время дать высохнуть силикону, то надобности прикручивать особой нет. Вот, в принципе, и подготовили. Осталось только подключить к гофре унитаз и прижать его, выделить весь лишний силикон, удалить,
Ну и, соответственно, прикрутить. Вот теперь потихонечку поджимаем болты, стараясь сильно не затягивать, дабы не расколоть его. Чуть-чуть поджали с одной стороны, переходим на другую сторону. Вот наш болт, здесь уже был скол, поэтому нужно быть осторожнее. Поэтому нежно и аккуратно закручиваем и будем вытирать остатки силикона. Унитаз мы закрепили. И маленький лайфхак: при работе с сантехническим силиконом лучше всего использовать небольшой дозатор такой с мыльной водой. Им очень легко убирать остатки силикона. Теперь в перчатках пальцем разравниваем и убираем нашу подложку. И все, унитаз готов. Вот так легко и непринужденно убираем наш ненужный уже шаблон с остатками силикона. Тот силикон, который будет держать унитаз, он уже забился в щели после наших манипуляций. Ну и, соответственно, никуда унитаз у нас уже не денется. Вот и все. Спасибо всем за внимание. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем пока!